Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня у нас 6-й день из стрелки. Обязательно посмотрите прошлые видосы из стрелки и, конечно же, не забывайте посмотреть те видосы, которые будут. И у нас сегодня, как я уже говорил ранее, 6-й день, и сегодня у нас тоже будут интересные игры перед началом, ребятки. Обязательно поставьте лайк. Ну и те, кто здесь впервые, обязательно подписывайтесь, не забывайте залетать на YouTube канал. Вот сюда вот, да, во вкладочку видео, чтобы посмотреть другие видосы какие-нибудь. Либо это у нас будут какие-то рубрики, либо это гайды. Всем просто пожелаю приятного просмотра сегодня. Что за зайчик бегает? Сегодня просто, без лишних слов. Пожелаю приятного просмотра, усаживайтесь поудобнее и поехали. Бежит. Тарен под бару дал. Блять, прыгнешь. Бару потычкую. Верну бару. Бьем. Да, верну. Хорош. Давай вайпера, может. Вайпера. Я поблочу его. Ши до талого. Сладар идет, спина. Вернул. Яйцо поставил, которое мне разобрал. Я всех застанил, ребят. А будем считать, что я их забавить. Лерик бежит, дядь. Выхукал. Вытянешь, хорош. Толкнул. Займись. Корабль минус. Все минус, все. Дерем себе. Если вивер еще выживет, будет хорошо. Че, можно зажмем? Лерика. Хорони. This is the future. Ох ты ж ебать! О! Просто лучше. Давай, может, сразу собирать. Я фоловлю за этим ящиком. Лоза его. Опсов его. Бля, ёбаный. Так, кстати, нормально выдал. Нормально выдал, бля. Почаще так шафли, одобряю, нахуй. Давай, топа. Что сегодня все игры въебу. Блять, давай бот ЕУ, я в соло вас разъебу. How's this fun? Йоу, так, ну найс, как обычно, я не знаю, сегодня походу какая-то лажа, потому что это ужас. Спрэшит вообще максимально кринжово, ну сами посмотрите. Коллапс Кокса, Луна, Куба. Это просто бред какой-то. Ну ладно, попробуем, не будем унывать, будем пытаться. Может быть и выиграем, не знаю. Я, конечно, не уверен, но давайте пробовать. Погнали. Надеюсь, у меня хотя бы хука будет. Ведь Кокса опять АФК. Андрюха, уходи, не пали стратки. О. Ну чё, пацаны, здорово, готовы разносить вообще? Готово. Сейчас как разнесем. Сегодня Ксен выиграл карточку. Ну, одну выиграл. Три проиграл. У меня сегодня вырубали интернет, сегодня ещё пока это. Тебе не кайфово. Кайфово. Так, сломник. Я точно убью. Амаль, ты готов, если что, на химике, да? О, Амаль молчит. Допускаю. Феникс убрать. Так, что они себе хотят? Ну я пита баню, и что они хотят забрать? Непонятно, конечно. А тусик селедка что-то. Да, что-то. Алхимик тенья тоже. Ну вряд ли фпшить будут. Химика не будут, они фпшить за скажем. Хотя могут просто пикнуть, типа. Ну это ж думаю, селедка какая-то. У них там состав посыгранить штук. Свободный слот.
Мне кажется, пята ты зря забанил. Хотя бы у них ФП, да. Тогда не зря. Кокса, сука, выйди отсюда. До сих пор сидит. Так что это за хуйня? Может, минус 3 очка въебать? А все, вышел. Меня слышно? Да-да-да, слышно. Короче, у меня есть вот такая идейка. Давай, брат, я тебе доверяю. Ты мне игру на тусике выиграл. Я не помню. Я на велике был, ты тэпнулся, да. Это выиграло нам игру, блядь. Чел внизу, так ты в игру въебал. Как же ебунка. На файт пикнем. На какой винрейт у шейкера? Ну, мне кажется, это может из-за пятерки винрейт у шейкера хуёв. Вайпер прям сразу нихуя не сам придумал. А кто там, коллапс на пике, что ли? Я понял. Селёдка вайпер. Там ограниченный. А это похуй на самом деле, пускай берут. Ограниченный пул. Так, с эту хуйню я точно убираю. Я могу, хочу себе морду какую-то в медок. Развалит потом. Так, там и кто еще есть? Попробуем. Ох. Бля, там столько возможных бариков по героям, это пиздец. Там и Хускар может быть. Хотя на Хускара похуй, я могу отдать и взять, если что, резака. Это не проблема. Но резак под кунку шейкера выглядит сочно. Да. Я вот думаю, зомби ему брать или Лёрика? Да Лёрика давай. Вряд ли будут зомбака брать. Давай, давай. Хотя хуй знает, что пострашнее будет. Да у тебя. Давай, там наверное, шейкер ультанет. Убери Лёрика, они нас завидели фронтлайнером. Им нужен герой, который фронтлайнит, лайпер не будет фронтлайнить. Знаю, тени, туск. В принципе, тени, типа, чё там, можно ему помочь в миду, но как будто бы хуйня полная. Не, ну, я понимаю, что мид отсосёт, конечно. Давай я прям вот так возьму сейчас. Чтоб там не было хуйни. Может, Амаль на тусике медовом раздаст? Да не, думаю, такое. Сейчас придумаем что-то. На мид, если нормально зайдет, сейчас посмотрим, что они. Я морту могу взять, в принципе. Она против байпера, что на дроде хапает. Левел потом под кораблем.
Если нет, есть еще Сларк какой-то тоже под кораблем, Баратом. Бара. Я, кстати, на резаке могу мид против Вайпера поставить. Тоже мне кажется, хуй ты постоишь, не? Да, не-не-не, нормально стоишь. Так, а Малли чё молчит? Как играть? Так. О, Тинника в мид. И доберем кора еще нормального, адекватного. Не-не, Тинник. Покойся, он же пожрет от Вайпера, брат. Да, я тоже думаю. Как ну, типа, нет, а можно ему помочь? Типа, ну, начало будет в любом случае тяжелое. А что, с Вайпера что стоит? Дестер стоит. Так, но... он, смотри, резак против Вайпера пойдет в мид. Я могу... Да, даже Морта стоит нормально. Магнуса взять, а Малю нормально будет. Морта, Магнус. Тоже варик. Ну, давайте. Да, на шейкера тогда сяду. Ну похуй, в принципе, корабль. Они же сами хотят нас бежать, и мы можем на контр-инициации какой-то через фиссуру, шкунку, Магнуса, вот это все дерьмо накрывать и просто убивать их нахрен. Все. Они же сами хотят первым номером играть, так дадим ему такую возможность. Не, все-таки Морта мид, да, пойдет этот, и я могу добрать еще кора одного. Угу, можешь кора взять, можешь Магнуса какого-то взять. Ну, ща подумаю. Но Магнус как будто бы такой. Нам бы добрать героя, который в трипле. Maybe. Можешь какого-то, я не знаю, да. Ой, Медуза. Так, Симкор остался, да? Что там, Спектра есть? Кто еще? Сларк? На Сларка похуй нам вроде, да? Марту он не перебьет, резак есть, кунка есть. Как будто бы похуй. Сайленсер может просто. Да. Кстати, да, сайленсер. Сало, да. Сало мне тоже кажется. Сало можно убирать. Плюс. Так, еще одного кора. Тут там есть, кто есть. Некро может какой-нибудь. Да, думал про некоторые вообще по своим горомка после пика. Ну, кстати, Ксен говорил насчет Дестра. Мне кажется, это неплохой вариант, если ему тоже помочь, чтобы он от бары не умирал. А куда нам Дестра? Ну, а Кунков, ну, Морта будет в трипле фармить. Можно и в миду Дестра, если что. Еще, ты готов, Аркадий, если что, да? На Дестре. Ну, меня задрочат, как обычно, в думах буду бегать. Если вы сможете перебивать это. Да не, это говно какое-то, возьми просто некра и все. Или Сларк. Но некр тоже норм. Сларк. На некре можно. Сларк. Почему нет? Сларк. Кстати, тоже. Сларк нормально зайдет, парни. Он Дум даст Сларку, Мартини даст, Резраку не даст. Он же всем не даст Дума, правильно? Одному персонажу. Не, Сларк пойдет. Под кораблем коротко. Ну да. Так, РМК, да, будет после? Ну да, может делать. И чтобы не вылетела табличка, давайте им допикать. Да, ну вычитаем. Угу. Ну сало пострашнее было бы, так что похуй, в принципе. Да, на спектру, да, зачем насрать? Более нашим пиком. Это считаю спектра не герой. Ну, конечно, если мы не нафидим. Но если мы нафидим, то... Не, мы просто поставим резрака в спектру, и резрак просто уничтожает. Так, я что-то не могу зайти. Не, кстати, я думаю, типа, трипла с мартой пускай не зайдет. Этот, как его, резак мид, а Сларк против дома на топе, не? Вроде норм. Да не! Па поставить мид, он нормально же поставить, нет? Против Вайпера через пассивку. Аорева, я зайти не могу в игру. Кого говоришь, Зурик? Ща, подожди, у нас проблемка. А там Кокса говорит, ру 3 хостит, это бот говна. На ру 3 не может.
зайти. Опа. Нам нужно Амалию хорошего героя дать, и нам Амалию будет засолить игру. Ну, Сларк Морта есть, он Амалию, или Аорева Морта. Не, на... Я на резаке пойду, пускай Амаль находит. Да. Пусть. Я могу на кунке какой-то поиграть. Ну, я Шейкера возьму, хуй с вами. А сейчас можешь зайти, попробуй? Нет. Рушесь. Не можешь? Ну, ру 5 давайте. Вообще, я, блядь, азербайджанский бот. Мне даете, блядь, кора, и я их разъебаю, блядь. На этих ру я заебался играть. Не могу я зайти. Ру 5. Блядь, я и так на ру еще, блядь, самые хуёвые ру, блядь, выбирать, ребят. Ну. Ру 5. Ру 2. Блять, имейте с... Ну я не могу зайти. Он, блядь, меня забанил, может быть, я хуй знает. Потому что я обычно могу зайти. Я хост. А, ты хост. Нет, ты у меня. Мы ж выиграли, не нет. Я с тобой не должен играл. Банить. Одна шкатка. Да, я баню только в ТБшках. Тут смысл банить. Если я хост. В ТБ мы с тобой не играли, точно. Ну я не могу зайти. Ну, ру 5 хостанул. Ну, блять. Перезайди в батлу. Ну да, давай, Да, сейчас перезайди. Ты же заходил на ру 5, нет? Да. Заходил, ну, блядь. Вот же стрим, можешь посмотреть. Так, перезашел, фоллов. Ну да, может, что-то багнулось. Так, фоллов. И зашел. Свап 5-6. Свап 10-6. Давай, собрались. Там в 4 ебать, как мои тиммейты в пабе, правильно? Короче, как хотите, я могу... Можем морту мид, можем резака мид. Смотрите сами. Так, блять, а чё Амаль молчит? Пусть скажет пару слов. Ну, резака на мид надо. Сларк не соло, да. Трипл топ идем. Когда мы будем убивать, там ТП дадут. А не думаешь, что там спектра соло топ будет? Вот мы спектру будем давить, саппорты сами придут. Давай, давай. Резак смело стоит против вапера. Давай. Чё, я приду. Так, надо банить. Так, кто у нас еще был? Фантомка Сларк. Я на Марте, да? На ком хочешь? Ну вообще в Сларка тебе предлагают. Не-не-не, Сларк, не играй таким. Сларк, а чё, Хен, ты не хочешь на Коре поиграть? Играйте на коре, это чё? Ну там просто Зорик говорил, что он сам хочет на кунке. На кунке? Ну я свапнусь, если что. Разницы нет, на ком игра. Чё, вы топ с Мартой хотите идти, да? Да. Давай. Какой мне закуп делать на ЕС? На шейкера? Ну ты что? Я тут. Не, именно стартовый, так я-то понимаю. Ну и я вначале всегда мангу беру, кларете и сапог. Амаль, ты на ком? На Марте или на Сларке? На Марте, наверное. Я просто тогда кунка все купит. Ну я думал, мало ли, может вы хотите там варта. Ну скорее всего, я так думаю, если спектра соло топ, там саппорты придут на топ и считаем спектрой трипл на трипл. Потому что это же 85-я карта, саппорты всегда активно же бегают. Ну так, да. Себе тут. Короче, смотрите, резрак апает левел и идет к вам просто и убивает всех под ваши. Чё, Зурик, ты на коре будешь играть? Хен кунку взял. Да. На ком будешь? Я на сларке буду, амально. Ну ты против дома не залез туда. Угу.
Главное потерпеть снизу, да, чуть там 2 минуты. Да, да. Когда мы будем давить, они уйдут. Можете... Или же можем сразу вниз пойти. Смотрите сами, главное, чтобы... Мне вообще без разницы. Главное, чтобы у Марты все отлично было. Я думаю, они начало постоят со спектрой до левела там второго что-то. До мапни третий, они придут вниз на саппортах. Душить, кто там будет нанизу у нас. Они спектре только начало дадут. Же слабая, слабая триплация спектрой. Спектраж. Ну, у вас тоже не особо. Там шейкер кунка с Марта. Да нормально. Крепче. Хотя, хуй знает. Чем нам пробивать добору селедку? Да легко, ты цепляешь фиссуру, морта выбывает. Не, селедку там пробивать не проблема. Да. Или давайте выберем, кого будем давить, Дума или Спектру. Спектру, Дум хули камбэкнет. Спектре потяжелее. И Спектра за счет ульты может как-то. Ну да, ну тут, блядь, делать. Короче, как по кайфу делать. Дайте там гусы. Взял. Куру, открой только. Да, я под стандарт закрываю. Мидер, дай куру. Не, мидер купи. Так, ну чё, будем с тобой комбинить. Стан, возьмешь только фиссурку в двойку? Нужно будет, чтобы стан подольше был. Само собой, я буду, скорее всего... Ну, посмотрим, буду максить, не буду. Но в двойку точно возьму. В двойку мне достаточно. Главное, чтобы на третьем было вот так хотя бы. Ой, вот так. На третьем так и будет по-любому, но есть. А потом можешь фиссуру в двойку, похуй, даже в три можешь. Ну, у тебя дагер типа быстро, если не намечается, то смысл пассивного. Да, 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 я согласен. Селедка. Я будто бы хочу так, через Тильвер поиграть. Вот. А, закрывать? Так, жопа деремся чуть-чуть. Ох, ебать, у нас, конечно... В 10 миликов. Че, теремся? Подраться. Блять. КД-4. Не, забейте. Уйдите. Да нормально. А, нет, тут пятером. А, Арону. А, он там спектра мид, походу, да? Трипла свайпер. Да. Ты заберешь низу руну, или я бегу за ней? Не-не-не, не буду. Я бегу тогда за руной. Долго слишком. Что, куда, короче? Блин, я, короче, с вардом. Косякнул. Ну, с вайпером трипл. Что ли? Да, так? Нормально. Дом бежит вниз. Да, конечно. Пары не могут почковаться. Вайпер, конечно, задрочит здесь. Как ни крути. Ну да, потерпите как-то там, да, ладно. Потом разрубим. Сейчас ТП-шку пойду, да, возьму. Думаю, Фларк зато при. Так давай я тоже возьму ТП-шку. С монетки, знаю, может, пойдешь, да, со мной в лес? Да, конечно. А, ну, можно, ты можно ты попробовать, но не думаю, что что-то получится. Просто не хочется им давать. Ну да. И не, они так будут тут откидываться. Но они что-то, они хотят лайн просто попустить, видимо. Да. Можешь, можете сло... отводить отсюда. Надо срубить. Опять там. Так, я не нету могу... тангусов. Порта, дай тангусов. На кэмпы пошли они, на отводах. Блять, какой тайм. Ай-яй-яй. Не-не-не, не могу сейчас вести. Ой-ой-ой, это что такое? Это что за мужчины? Ебать, меня крипы чуть не убили. Ты там один. Идем на руну. Иди руну бери. Я на лайн возвращаюсь. Хотя Сларк можешь стоять как-то поагрессивнее, может я там тэпнусь и убьем. Ну что потом? Я сейчас куплю сапог и буду агрессивнее стоять. Не, на разбег на верану. Блять, меня. Торрент я дал по двоим. Появился. Вайпер догнал, да. Не могу зацепить. Хорош. Лучше.
хорош. Сука. ДП въебал. Не-не-не, гетбэк. Вы главное на саппортах левел найдите, особенно на конке. Да найду, не парься. У меня нет проблем с этим. Просто минуту за хакашить нормально будет. Резак в меди ничего не придумаем, да? Ну, душу слова вряд ли. Взял, ребят. Да. Ну окей, ладно, иду до Мартред. Не, вы на мид... насчет мида вообще упали. Да понятно, да хочется мне килет сделать, чтобы я не бегал третьим левелом на 10. Ну и спасибо. Блять, хилок нет, сори. Нормально, нет, нормально. Тангу есть. У меня сейчас третий уже будет, крест возьму. Два. Надо бы... Вот сейчас скрипы закончатся, отведем. Бежит. Торрент под бару дал. Блять, прыгнет. Бару потычкую. Верну бару. Бьем? Да верну. Хорош. Нормально. Давай вайпера, может. Вайпера. Вайпера. Я поблочу его. Хорош. Красиво. Пикра, кстати, ушла. Она без хаунта еще. Ты знаешь, куда она ушла? Да, не важно. Так я дам фиссуру. Давай. Давай, хватит. Да не хватит. Не, хватило бы, тут фиксуры, блин, большой. Спека? Пуловая. Ай, ну, мартретку продали, ребят. Блять, я отхожу. Меня продали. Надо было сразу давать, нам рынч хватило бы. Да хуй, Несс, потому что не хватало, может. Так, ну вайп спека тут, все тут. Вам буст, пацаны. Да, я ТП-шку взял, я 6-й. Если что, буду... У меня сейчас аркана через 450 будет. Ну, давай. Да, можно. Давай. Ну, надо, блядь. Если я килл сейчас не сделаю, будет грустненько. Ну, делай тыки. Делаю. Души. Не отпускайте, парни. Давай. Хорош. Давай. Блядь, а там не будет. На меня еще и бежит. Там дум ТП. Там еще дум ТП-шится, парни. Уходим. Я не зацепил его. Да нормально, перекинули, то что надо. Спектр убили. А там хаунд, кстати, на спектре будет, если что, как видел. Так, Амалик, тебе подойти? Или ты стоишь? Ооо, тут на меня заход. Ой, какой относ. Дядь, не убегай. Их много там. Жесть, такой бред. Сейчас на саппорта так прям впрягаться. Ну ладно. Так, резак, я может к тебе подойду сейчас, что-то придумаю. Но тут никого нету пока. Ну я понимаю, но сейчас будут там. Мне ж не Камалю идти подойду. Так, я, наверное, вернуться надо к вот этому типу. Почему? Потому что... Можем, ой, да. Куруре? О, у меня в меду. Куруре? У меня сейчас ТП будет. Че, на меду хочешь помочь? Чё не делал? Ай-яй-яй. Я сейчас... Хорош! Хорош, брат. Сейчас, если они дальше пойдут, я могу и разрезать кого-то. Давай, если подцепишь кого-то на крест, он наш. Гоу, помог. О, давай, следующий. Давай. Хорош. Лучше. Блин, мне чисто 400 золота аркану сделать. Я энерджи бустер купил, хожу. Бомжую. Дашь мне где-то, блядь, XP понюхать? Ну, иди. Давай. Только смотри, там Марыч. Да. Дум типа может тебя засолить просто. Я лучше с тобой. Я думаю, если он задайвит, накажет. Что, у Мартретки все плохо нюхает. Ладно, просто. Да пускай, у нее 6-й уже есть. В принципе, ну давай я хоть отводить. Ну, у нас можем на меду. Это на твои меду арканы, топа. Да, нет. Мои. Мне дум дали, ребят. Давай, можешь подцепить кого-то. Бля, ну я не буду давать фиссуру там. Да не надо. А то я поэтому и хотел внизу, я бы там апнул пару лет. Хорош.
Да нормально, вон спектру пацаны убили. Ты там не умрешь? Нормально все? Отлично. Не-не-не-не. Красава. Я на базу, есть аркана. Ребят, на саппортов купите, пожалуйста, мне телепорт. Сейчас, братка, подожди. Держи. На базе, в куре. Да, подожди, Амаль. А? Есть кура? А, на меня... Ай, блядь, не, я умер, парни. Не пошло, там их много. Я только портанулся, братка. Не-не, нормально, нормально. У меня сейчас шестой уже будет. Не страшно. Да, апа и шестой, и все. Ну мы Амалю дали спейс. Ну я думаю, сейчас Слардар будет вот тут заходить. Слардар на топ бежит. А, все, да, Слардар да, на топе. Окей. Я есть помощь ему? Да, да, я люблю. ТПшки нету. Давай, давай, давай. Бара бежит, Бара к вам бежит с ДДшкой, парни, с ДДшкой. Ой, ебать, Зурик, ты куда? Да, блин. Забираем кого-то. Что, можем, давай Бару. Дай. Он, ну он убежит просто. Да, какой убежит? Куда он убежит? Ёпта, ну, добей, добей его. У меня ТПшка Бару почти откатилась, парни. Есть корабль, все есть. Ну нормально. Умрешь. Это Мурночка. Да, да, да. Если надо, кому на базу, ТП там заюзать ее, крестом верну. Сейчас ману дам, Ризрак. Выложи аркану, выложи аркану. Давай, давай. Можем... Смока, это да, все есть, есть. Мы любого килл. Того же вайпера. Нормально, давай, замедло, замедло, видишь? Давай, давай. Эх, чуть-чуть бы. Охуй, крест, крест. Давай, Тарент летит, Кораблевич. Блин, вообще ему настолько пофиг. А чё за сало? А, мне Дум дали? Дум дали, да. Чё за сало? Ебать, я думаю, чё за сало, реально, да. Да уходи оттуда. Надо уходить, брат. Хотя ты, ебать, ты там пилой режешь. Я ща и Бару распилю тоже. У меня лоу хп, я ухожу. Хорош. Для брат ушёл, да? Не баш. Хорош. Нормально, так, я даю... внизу чуть понюхаю XP. Чё, Амаль, у тебя там все пока что не очень. Чё там, если есть чё плюсик в медочек? Да, я бегу. Но я тэпнут самого. Осторожно. Но я хочу хоть пачку крипов забрать. Я бегу. Хорошо. У меня почти вот так вот. Спектру можно накрыть кораблем. Можно, можно. Но у нее 10 стиков, может и не хватить. Я даю ТП, давай, так, давай, давай. Улетел, да? А, она успела откуда? Успела, да. Она на меня прыгнула, но... А, я ещё аркана дам, можешь выложить свои. Давай. Хорош, кстати, спасибо. Кстати, они хотят вниз, наверное, выйти, ну либо мид. Мы хотим их принять. Но корабль нужен, и можем... Слардар вот здесь где-то стоит. Если что, могу тэпнуться в мид. Воу мид, пока они там не изучают. Мне когда пока что. Дум с мекой. Дум с мекой. Успека в КД. Это нам немножко дает спейса, можно будет подраться. Да, тут селедка и вайпер внизу. Да мы вышку сейчас просто не лезем. Да-да-да, не, ну я просто их туда не... Сейчас снизу будем драться, если все придут. Хорош, ушел, ушел. Да-да-да, я ухожу. Не-не-не, низ дефать не надо, не, размениваем просто. Да, хуйня да, там. Че, это? Гоут на топ, да-да-да. Можем это. Я тэпнусь. Давай, беги, давай, беги. Давай. Я подхожу. Он заподозрил уже что-то. Да гоу до конца, он без ТП. Беги. Нет? Да-да-да. Зайдите под тэшку тогда. Кто поплотнее. Не сбивается смока. Не, ну я подхожу, третья фишка. На меня Бара бежит. На меня Бара бежит. Если что, корабль откинуть, дядь. Я при пусть бежит. Да, да, да. Вот тут вот опасно. Осторожно там. Уйдешь? Да, да, уйдет. Я мув войск вам. Я вольт проебал. Да я ничего страшного, главное жить не потерял. Чё, я готов станковать. Гоу, хотите? Хотите? Пункой там. Там Дум есть, если что, осторожно тоже. Давай, Рэй.
О, давай, 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 любого, любого. Ну корабль дал, дядь? Там, не знаю, живешь, нет, нет, но... Сларк не живет. Походу, мне отдали Думу, убейте. Да, давайте отойдем. Да и не надо отходить, убейте. Ши до Талова. Слардар идет, спина. Я вам сейчас МП дам, конечно. Хорош. Я ушел. Там спектра еще. Аккуратно. Да-то я умер. Я тоже умер. А ты себе крест... А, да-да-да. Они на тебя идут. Но он понял, что ты крест дал. От нейтралов умереть? Пойдет, пойдет, ладно, нормально. У Шейкера, Шейкера почти даггер, да, найс. Но я в дерьме, если честно, ребят. Так, от тебя ничего не надо, по сути, просто корабль выкинуть. Хотелось бы глиммер какой-то надо. Хотя бы на подсейфа. Не, ну это потом будет, когда мы начнем драться. Пускай Марта да, пока вы... фармит. Выиграем драку, ну, хоть раз будет. Ща, Малетову хочешь, я бегу. Ща, ща, ща. О, как давай? Он, как, а, он, да. Как он хочет, да, пофармить на спектре ластового крипа, вот. Не дают пофармить. Не дают пофармить ласта. Хорош, ребят. Меду, гоу, гоу. Могу цепануть. ТП 6. Это я думал, не тэпаться, но я б нахер. 10 сек, КД. Бара с ДДшкой, кстати. Да чё, не на меня побегут? Есть какой-то плюсик? Чё, Зурик? А, не цепанул. На крест. Я бегу, бегу, кстати. Взял, взял. Протяну, протяну чуть-чуть. А все нормально, давай. Это наш, это наш. У меня кончался, ребят, дай метка кончал. Еще, убей, еще дам, еще дам метку. Еще метку даю. Возвращай. Хорош. У меня кончалась просто метка, поэтому в тайминг не попал. Убили. Да, да. Ко мне, ко мне. Да, ребят, там, у меня нету ТПшки, брат. Надо идти сейвить спектру. Да, я тоже ТП потратил, тем более я хочу. Ну, надеюсь, он не... Ну, там Дум будет. Дум будет, да? Марта в Думе. Я бегу, Амаль. Я бегу, Амаль. Живет, живет, живет. 400 хп Дум не снимает. Хорош. Можно цепануть. Я по речке. Там нету Дума. Мне МП маловато, но я готов. Я тебе 18 дал секунд. Дал? О, хорошо. Сейчас корабль еще будет. Опа, если цепляешь, по идее наши. Хотя, если не убежит только. Не, Бара убежит. Эх, эх, эх. Ой-ой-ой, там пятеро, 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 отходим. Зурик, отходишь? Не, там Сларк УГ. Опа. Ой, что там, залетело что-то, да? Че, на развороте? Ой, хорош! Ой-ой-ой! Хорош. Спектра там тоже что-то сдохло от кого-то. Мне золото пришло. На фонтане он сдох. У меня не особо. Там мека есть, если что. Я чисто так откинуться. Пусть кнопки сольем. Ничего страшного, у меня минуту КДшится. Вайпер страйк там подольше. Я пошел на базу БС есть. Я... Хочешь, я тебя портану? Не, у меня нету ТП-шки. Топа, а у меня тоже есть, нету. Да я быстро приду обратно на ТП. Пре, видишь? Да, да, да. Я а по... смоки тоже купили себе. Ты вниз хочешь пойти пока? То у меня пассивка, как у нуба. Аккуратно тут по речке. Ладно, я пойду бот включать. Так. Вардик. ТП-шечки парочку. Так, Слардар в лес идет. Главное с БСом не сдохнуть сейчас. Все нормально пойдет. Куру рядом возьми, носи, да выкладываем. Нормально будет. Да? Да, рабочая страта, серьезно. Да нет, чуть впадло. Впадло такая. На сейве, на сейве. Я понял. На меня Бара бежит. Я внизу вот здесь вот выйду. Попробуем Слардара поискать. Они в нашем лесу могут быть? Могут, да, могут, могут. Вон Слардар. И Бара Слардар с ДДшечкой. О, можешь цепануть кого-то, в принципе. О-о-о, Бару какую-то. О, или Дума. Давай-давай, любого. Идем, идем. Тут селедка была. Давай-давай, в смоках. Вот здесь Бара. Эх. Можешь цепануть. Любого-любого. Хорошо. Тут селенка был. Дум тут, земля, земля, но он ТП скорее. Не, не, нет, вот, 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 он там. Так он земля. Давайте как-то... отойдем. Там... Отойдем. Фарм там есть. Вроде нормально.
Блять, знал бы медальчик. Я на шейкере, подойди, я тебя с макидом. Я купил. Топа, дай на топ ТП, я с тобой полечу, заехал, убьем спектру, брат. Забери с маки, пускай будет. Ты слышишь меня? Погнали с тобой на топ. Погнали. Я тоже. Да, я инста вольтую. Да-да, жди там. Давай. Да, я с вами, парк. Амаль, подстакаю 2х. Арканчик я дайте. Спасибо. Прости, я аркан. Сейчас как раз толкну, что туда норм будет пойти. Я на топе вышку, там ТП дает человек. Там о, ТП тут бара и селедка, он двое. Дума, да, греет? Нет, ну, ладно, я вышку ломаю. Я крипов скипну. Или оставите на лотар. Вообще на лотар. Давай, я их подбью и дарфон забираю. Так, у нас эхо, КД, корабль. Чё по кораблю есть корабль? Корабль всегда есть здесь. Бля, жаль, что этот дум не контрится ничем, он даже блинку хуярит. Может попробуем лотус какой-то на ризрака накидывать? Не, пусть ну кидает. Лотус-то понятно, он себе даст. Ой-ой-ой, да. Дядь, это что такое? Да, а? Меня тут виден просто. А, ну ты умер. Эх, жесть. Вот тут вот везде он виден. Я не смогу снять. Перепрыгнуть. Да я тоже у нас такой тандемчик. Бара убежал. Так, ладно, давай я куплю. У вайпера внизу есть? Амали, я ТП нажал. Ну возьмешь, если что. Да. Курой только надо. Так, дума нет, можно будет сейчас пойти подраться, спектрала тоже нету. Пусть он на ТП-шке ушел, да? Ну да, согласен, что давайте вы внизу подойдем. Амаль, давай пушить. Внизу. Давайте Т-шку, да. Я думаю, сможем. У них кнопки КД. Вниз. Да, у меня тоже, ну. У меня глиммер почти есть. Копейки. Там, конечно, метка селедки, но пускай будет начать с глиммера. Ну, 40% резиста магического. Там магия только у дума. Ну, с глиммера начинать можно, это хуйня. Ну, знаешь, там вайпер чуть магического. Их не видно, кстати. Тоже. Один вайпер на топе. Что-то тоже в смоках, ну либо залайк. Сейчас один крип надо, и либо золото накапает 10 секунд. Я куру принесу и вардик. У дума грифсы. Грифсы у дума, даггер не взял. Плохо. Да, не на топе, ну собираем. Селедка с даггером. Че, размениваем тогда тэшка? Да. Так, глиммер есть, если что. Селедки даже. И у вайпера алибарда. Она добивает. Алибарда неприятно, конечно. Да. У нас один физурчник. Селедка пока без ТП, но он пойдет покупать, скорее всего. Они могут за ТП-шками пойти начать. Стой на шейкере. Я сзади постою. Да, у нас все хотят сзади стоять. Но не, у нас мне это 100% корабль протанчить. Закинуть просто и все. Я могу протанчить, я вас захилю, типа, если что еще. Главное, чтобы кунку не убивали. Че, вард куда ткнем? Вот здесь ткну где-то вард. Можно рошу куда-то. Да, просто мы так, я уже смотрю. Если сейчас подеремся хорошо, можем рошанов пойти. Икс может? Иди на кресте лучше, а то не видно. Да, я возьму. Закину. Опасненько. Все хорошо. Пускай марта фармит пока. Вниз у них, смотрите. А, спека дефит. Этот, они где-то смок ходят. Да. Че, я на медиа подставлюсь или? Вообще надо, чтобы у нас резрак подставлялся. Да. Я не могу подставляться. Я так... А мне еще купите после даггера юльчик какой-нибудь. Тебе я бы как-то ныкаться, на... когда спектра ультует, чтобы тебя не видели. Ну да, вот это лотар, блин. Ну типа да, в тупую, мне кажется, неплохо было бы. Он на топе. Они просто за вайпером стоят на топе. Че, можем смакануться как-то? Вот так сделаем? Давай. Правда... На шейкере не иди вперед. О, вайпера цеплять надо, да. Дума он еще. Или дума, похуй, любого. Дума цепляем. Давай, Аркадий, любого. Меня тагер, правда?
Хорош, хорош, хорош. Сладар на меня забайтился. Дам, дам крест. Не даю. Ой, я далеко, жесть. Я за тем побежал, за тем. Вот тут вард снимите, ребят. Есть топор у кого? Нет. У меня нет. Прыгну. Даш, кидай крест. Держи. Хорош. Че, мы Т2 хотим? Там все кнопки будут. Хуй знаю, у них кнопки есть, да. Вообще, честно говоря, нихуя мы не хотим. Да почему, ой, парни? Нихуя там деревьев нет. У нас резрак огромный, просто стойте за резраком. У меня 300 там маны. Ну они сюда идут, кого-то примем, а ну сейчас да, я да, иду. Дай кунке ману, топа. Можем, можем. Они Рош убьют, походу, да, или что? Ну да, по-моему. Мы успеем Роху? Не-не, мы не... Можем эту... Я пошел с Норкой. Ой, да-да-да, забирайте выше. Они не бьют Рош. Все нахуй. Девардят. Вайпер... Там Вайпер и Вул собирают, по-моему. Найс торрент. Че, отходим? Да-да-да. Да, мне тоже. Мне кажется, сейчас в лоб пойдут вот здесь. Давайте на ТП-шках. Не-не-не, они под Рошей, они Рошу, Рошу. Думаешь? Да-да-да, они вард сняли и подошли все к Роше. Оставишь, оставляю. Да-да-да, я не трогаю. Че, это БКБ-шка, да? Да-да-да. А, похуй на эту спик, на самом деле. Пускай будет. Сейчас вот могут аккуратно, пацаны. Ну да, давайте. Обей резак. Я хочу и... покачать бот, мне надо, чтобы подо мной саппорт сыграл. Только вот так не идите. Ладно. Ну так далеко идти. Я хочу, короче. Аккуратно там. Там, если Doom прыгнет. Просто топа играй подо мной. У нас есть БКБ на потомке, если что. Ну в Doom БКБ не поможет. Не, ну если нажмет, там ее убивать сложно будет под кораблем. У нас главная кнопка это корабль, без него мы малину всасываем. Там без шансов. Давайте, я думаю, без проблем. В лесу у нас, в лесу. Ребят, смотрите. Гоу, 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 поможем. Корабль дал туда. Успеешь нормально что-то нажать? Хорош. Хорош, хорош. Ну там... Есть помочь, 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 помочь. Ну я подизейблю Дума. Торрент по двоим. Давай, давай, мы всех берем, всех берем. Я вайпер. Давай, вайпер. Я вайпер. Вайпера держу. И думаю, думаю, держи. У меня мана выходит там с плитом. Нету ничего. Ой, ебать больно. Ой-ой-ой. Я вас захилю. У меня маны нету. Там больно, БМК у спектры. Я ухожу. Селедка еще раз спрыгнет. Там есть там. Ее отдал, не мертвый. Ай-яй-яй, ультракилл, да? Чайнику. А кто шейкера убил? Селедка из спектра. Спектра ультанула и за мной бегала с селедкой. Я выиграл время, я ультанул, там селедка не давал стан. Вы ж как раз убивали их, пока меня били. Ебать, спектра там врагов нахуярил. Тебе, наверное, на резраке БКБ надо, да? Думаешь? Ну ты в БМ убился только что. Ну там одна БМ-ка. Я могу просто ее не бить. Типа оставлять вам. А кто ее будет бить? Кто ее будет бить? Оставим напоследок. Ща и ульчик еще какой-то возьму, может. Отметки поможет. Вайпер там непонятную хуйню делает, что за стопу. Надо эту обоссанную селедку убивать. Ага, не может быть, кстати. Даггер, Дум. Там же ульты нету у него, по-моему. Даггер, Дум, да-да-да. И селедка с глиммером. У нас есть досты, да? Хотите, досты парни? Есть, да. А, я понял, я подвижу. Селедка подмет. Со смоками. Можешь попробовать. Смотри, ну было бы неплохо. Резак есть? Блин, ковался. Не, он отпрыгнул, отпрыгнул. Ой, так. Там радик. Отойдите, отойдите. Я давай, корабль дал. Я сдох. Я просто сдохну от спектры.
не так уж и бэк. О, мне дом дали, дом дали. Я отошел. А, Марта. А ты Эмаль, прыгни на меня тоже. Сейчас, когда? Давай, давай. У меня дом просто, я не могу ничего дать. Еще раз есть прыгнуть? Хороший мой. За мной, я не знаю, селедка уже, я не знаю, вы не видите? Они убегают. Сурик, я в думе, будут. Я в думе был. А, ты в думе был, брат? Все, да, он и всю драку в думе. Ой, блядь, ебучий. Сейчас нету ульта, давайте драться. Ай, блядь, как он хотел, конечно. Сука, ну... Давай. Хорош. Я не знаю, я, наверное, тоже глиммер возьму, ну, под спектра пипец себе. Ну, там с Радиком. Какой же я мусор, ёбарцете, какой же я мусор, это вообще жесть просто. А чё? Да я не знаю, я просто как говно подставляюсь, у меня триггерит с моей игры. Да я сегодня не одна игра. Он до сих пор с Аегисом бегает. Ну, сейчас закончится. Ну, как сейчас? Еще не особо. Минутки полторы. Еще. Я, наверное, Шиву куплю. Или, не, Лотус куплю сам себе, наверное. Или Шиву. Сейчас посмотрим. Как, давайте... It shall be done. For honor. For my people. Слардар по лесу бегает. О-о-о. Можем? О, они там все. Блин, и глиммера нет. Ну, я умер. Успею корабль кинуть? Успел корабль кинуть. Дал дебаф. Живет Сларк? Я убил... Лоу хэповый Слардар. Если что. Дум-дум-дум бежит. Лизак, ты один там? Ой, хорош. Найс рандом. На тебе ГГ, друг. Ну, на меня спектра. Да не, уходите, уходите. Тут, оказывается, спектра еще была, Радиком сбила. Я хотел селедку убить. У тебя есть БКБ, брат? Есть. Я пойду. А может не пойдете, у вас нету кунки резака? Ну, я есть с ультом. Ну, Дум там КД, конечно, но вам пизда иду. Ебать, куда ты? ГГ. Я ж говорю, не иди. Отблинкуйся. Давай. Хорош. 3 секунды есть. Эхо есть, братан. Чё ты эхо в троих не дал? И у Марты есть БКБ. Почему вы настолько испугались? Мы решили отходить, вроде был фон, нет. Она и всё снимают. Я чисто по золоту страдаю очень сильно. Но я купил. А, мне броню какую-то надо купить. Да лотус надо купить, или БКБ. Чтоб он сам себя убил. Так я не знаю, я не умру. Не, ну я плейтмейл взял. Сейчас глянем, что можно. Форс вайпер. Он с форстафом. Амали, я бегу, кстати, на него. Я далеко. Очень далеко. Может, сейчас, жди. Давай. Не. Юл, дай ему, братан. А, блядь. Есть. Ты чё, пьяный? Забей, да. Тут герой. Он мне дает кнопки, ничего, долбоёб. Я корабль откинул, ребят, но дальше. Спектру поднял. Я иду топа. Я бегу. Амалю помочь. Я, Амалю, давай. Помочь. Блять. Ай-яй-яй. Я понял. Гоу, а чё тут за это? Да, вижена нету на него. Надо ультовать. Да, нам надо от дефа играть. Мы так не выиграем. Ну да, этого что-то... Куйди, главное. Мне тоже уйти. Блять, там вижен есть, да. Ладар в глиммере поставим, не вижу. Давайте сейчас в смоке пойдем. Не можем? Сларка маны мало. Вон, смотри это. Уйдите. Эй, бля, ай-яй-яй. Да не, ему глиммер дали или что просто? Да, можешь? Братан, надо просто себе досты купить. Че, я тоже куплю. Невозможно героев убить.
Да, нормально. Все еще. Играбельно. Спектра манта. Что там, Рошан новый пришел? Да. Ебать, откуда у нее столько фрагов? А, я на фиде. 18-6. Не знаю насчет тебя, у меня счет 3-9. Селёдка садила. Ну тебя вначале думали, потом мне начали давать. А он тебе дум дал на вот тут? Нет. А, не, он Марте, он Марте дал. О, Маля Башер. Давай, давай, держимся. Фантомка все-таки сильная, понятно. Под кораблем еще. Селёдка а тут бард поставил. Бродит, да. Нет, тут тогда бегают. Че, отдаем Т2, Вайпер там еще даггер ты купил. Чекайте. Да, я пойду пропушу. Пока. Спектра на топе. А Вайпер... А, там да на как старк ты меня стоит. Видишь, блядь? Дум? Он успел дать дум, но ты в лотаре, да? Ну, я не знаю, я не выживу. Ладно, нахуй. Сын мертвой твари просто, блядь, на ебаном ебере, блядь. Видящий, блядь, конченая нахуй. Нихуя себе. А мне можешь подать? Да, да там гигантка. Да. Вряд ли отпустят. Спектра кинул. А ну прыгни еще раз, может. А, бару не остановил. Ну, я там никак не окажусь. А, нет, тут хуёбся. Не, уйди, уйди просто, наверное. Ты не сможешь. Я не уйду уже никуда. А у него еще ульт есть на этом или чё? Бля, у него БМ. Блядь. Законтрили, сука, БМ-ками. А я вниз качаюсь. Да нет, тут маловероятность. Кем? Что-то получится. Да понятно. Тоже верно. Давай еще поиграем, чё. Да, пусть сносит, если что-то, да. Будем смотреть как. Они оверактивят, а мы вечно дрочим где-то вот в этих местах, где не нужно дрочить. И у нас каждая драка так, у нас ни разу еще не было никакого нормального мува. Просто где-то стоим. Там Слардар всегда бегает, не останавливается нигде. Ищет просто. Дума гоним делает. Тупо ищет. Попробовать как-то от дефа, я не знаю. Несложно. Да, да. О, тут селедка была, если что. Да, видел, ну, он же не один, за ним. Купи и даст ты тоже вместо Сентрикл. Мы ты к нему куда ты возьми. Ну, Сентрик и... Нихуя. Там Аега. Если что... Ой-ой-ой. Корабль откинул Баратрума. Про тайну. Мне дум дали. Но меня душат тут под пивом, я бегаю. Блядь. Спектра у нас под Т-шкой. Да, так аж сделать она и меня убьет. Но я вряд ли живу тут. Глиммер есть у тебя, живешь. Я понял. Я иду. Можем? Бля, еще закрыл. Сука. Еще... А чё ты, брат, не прыгнул, эхо не дал мне вопрос? Посмотри на мои хп. Вон, иди сейчас, да, прыгни, смаканись. Иди, вноси импакт. Соло особо нет смысла. Да, да, убей спектру, разменяйся. Да, за, я залагал. Я тоже лагаю. Все залагали. О, спектру можешь, кстати. Давай! Хорош. Соло, блядь. На я глимер. Так ты еще уйти мог, да? Ну да, и кто по, блядь, ты че нахуй? Кто-то сомневался во мне. А, там гем удумал, вот он и че. Да, да, да. А там форсик у вайпера. Ну, у меня почти лотус есть. Ну как почти. Там еще достаточно мало.
У тебя даггер есть? И давай, вали дефы. Да. Чё стоишь? Гоу, убьем. Уже... Ой. Поздно пик. Ой, а чё он... Я достану нажал. А, он тут. Он догернулся из-под пилы. Найс. Я не догоню, ребят. Я тут не зацеплю. Да. О! Да далеко уже. У меня досты закончились, я еще парочку возьму. Ты поднял эту. Ладно, забейте, у нас одна селедка выиграла. Просто неуловимый какой-то, блядь. Подметкой. Да, блядь, сейчас. Я туда точно не пойду. Моя смерть. Он пилот кинулся. Сразу прыгает. Че, можем этого убить? А там хаунд будет, да? Давайте смотрю, там кроме спектры все голенькие такие. А, мне дом дали. Ебать, они дали. Спектра со скади. Ой, блять, тут вижу. Ой, ебать, по тебе залетело там. Кратное. А ладно. Да. Чё, гол? Со мной не выиграть будет. Пиздец. Ну что не так? Че, Амаль, пробуем еще раз или ливаем? Ну, сейчас попробуем один раз. Давай. Ну, хз, если я успею выйти, конечно. Попробуем. Ах, не бывает, че. Импакт от ЕС. Мы умер вместе с Тимой один раз. Да нет, ты что-то боялся прыгнуть, что ли? Ну где? Вот тут я боялся прыгнуть. Где надо было прыгать, я прыгал. Давай, топа, все твои. Ой-ой-ой. Что сейчас произошло? Это соливарня, топа. Блять. Давай, я и это уберу. Мне похуй. Вопрос, куда прыгать? Байбек, ящер. Байбек, давай. Ну, она из катки, жесть. Дефай. А как дефать мне? Дефай, блядь. На нахуй. Охуй как. Бля, мне дум дали, он больной или чё? Ну, тебе дум, Мартиале Барду. А у меня голда будет капать? Что-то она вообще не прибавляется. Маль. Ты байбекнулся. Да. Просто хорош. Ну, крит на скилле хорош. Так все, камбэк, блядь, погнали. Крипы сейчас им сломают. Сломают. Мы им не дадим такого. Игра еще байбек. Ой-ой-ой. Ебать, у него слабо. Я могу не дать. Меня не игнорят за ИД.
Бля, это чё, умрет сегодня, нет? На, я химсел. Не буду отдаваться им в руки. Жить, жить, жить! До конца! Ладно, парни, сори, я плохо отыграл эту игру. Unlucky, Зурик, надо говорить. Да это какая-то вообще помойная игра была. Селёдка слишком много сделал в этом игре. Да уж. Ну, сорян, я слил. Да, нормально отыграл. На самом деле, из всех Аркадий, я думаю, это лучше всех отыграл. Да пофиг. Я сегодня стрикую в минус. Да, у меня то же самое. Ладно, гоу вообще. Я не знаю вообще, что я не так делаю в этих играх, но я просто не могу выиграть теперь. Просто в минус стрики все. Не знаю, просто переигрывают. Это просто какой-то ужас. Я даже вообще не понимаю, что нужно делать. Вот начало, с начала игры вообще так налегке отыграли. Далее что происходит? Далее вообще ничего не происходит. Никакой нету. Никакого нету смыслового совместного движения. И просто идем, фидим, где хотим. Пошли там, зафидили там, где... Блин, не видно, так не покажет. Ладно, не суть. Короче, там зафидили, и все, на этом игра остановилась. Ну ладно, окей. Ничего страшного, значит, так нужно. ВС, пацаны, очень бодро сыграли, очень слаженно. Будем двигаться дальше, погнали некстовую. Надеюсь, некст будет лучше, потому что это какой-то ужас. Не знаю, как это контрить. Ну что, ребята, начинаем некстовую игру. На этой, надеюсь, в этой катке у нас будет немного повеселее, немного поинтереснее, нежели чем в прошлой катке или в прошлый день. И прям это жесть. Но не удается. Не удается выиграть вообще никак. Вообще никак не удается выиграть. Не знаю, пока что идем 6-5. В начале очень хорошо шел. Прям очень хорошо. Но тут на самом деле очень много еще решает именно составы. Составы все максимально разные, люди все максимально разные. Кто-то оверскиллованный, кто-то просто скиллованный. Довольно-таки тяжело выигрывать, но ждем, ждем. Сейчас начнется некстовая игра, и я думаю, эту катку точно должны уже забирать. Но хватит уже проигрывать, нужно, нужно двигаться, ребят. Ну что за дела? Вроде так хорошо, и начало от сапожа. Две катки на саппорте прям... Что Фениксом, я помню, играл, что Кункой, ну, хорош. Очень хорошо отсаппортил, но, блин, выиграть не получается. То ли там лыжи стоят, или, не знаю, не едут. Сейчас посмотрим, что на СПшится. Сейчас посмотрим, что на СПшится. Не забывайте прожимать лайк, ребята. И прошлые видосы также смотреть. Сейчас посмотрим, как за СПшит. Как злодейка? Злодейка судьба распорядится. И можно будет задушить. Два и третий СП. Третий СП. Ну, попробуем. Попробуем. Коллапс на пике, конечно. Очень много грязи делает. Let's go. Let's go к пацанам. Войс. И попробуем выиграть. Так. Гейм 2. Здорово, меня слышно? Здорово, да, слышно. Мы должны были, по-моему, в гейм 2 заходить, нет? Game, ну, не 3. Знаю. Вроде сказали старт эти игроки. Ладно. Гейм 2. Ладно, сейчас пацаны зайдут, думаю. Погнали, надо пробовать. Ведь, Ксен, я выиграю сегодня. Это я тебя руиню или ты мне? Я одного не пойму. Не знаю. Я, наверное, руиню. За хуйня, как выиграть? Так, окей.
Что-то там сейчас коллапс. Ты на панде играешь? На Каолине, да, играю. Можем. Давай забираем. На Каолине что, можем. После Феникса. Они заберут, наверное, Каолина. Бля. Там нет игроков, и я прочекал. Ну хорошо. Думаешь? Хитер. Ну, я знаю их, кто на ком играет. Сейчас они подслушают и заберут его или забань. Крысы. Да ладно. Ну, этот первый любитель на хуйске. Вот этот коллапс. Поэтому я сразу Феникс играл. Да коллапс, в принципе, универсал, он на всем поиграть может. Ну да, на спектре нас отъебал. Так. Чуть-чуть добавим. Вот так вот. Должны что-то делать. Ну, не уверен, конечно, что это получится. Кунки. Че, да точно панда? Точно, точно. Толкадалка не ходи. Что, инвокера убираем какого-нибудь? Так, у нас на корах гений есть? Сейчас погодь, с пиком определимся. Чуть не все, походу, в ДС, да, зашли? Да, вроде все. Гений кого? Коров. На коре поиграть. У нас четверо. Кого нету гудбая? А нам тусик в мид зайдет? Да. И мне, какой... мне нравится. И какой-нибудь БХ в ХЛ? Нет, БХ говно. БХ, не БХ говно? Но тусика точно берем, давайте. Да. Кажется, тусик. Нет, панда просто. Я встал. Героя выбрал тебя. Сейчас я пикну его. Они отдали Феликс. Нет, так не мне панду, тусика. Да, получается нет. Так. Знаю. Мне дайте тусика. Не пугай, скажи, кого ты выбрал мне. Вивера. Смотри, он тройку не берет. Там уже капон зарядил ему. За то, что он тройку не берет. О, жесть. Это драка, которую мы заслужили. Нормально, драка за гаражами. Драка за гаражами, за косарь, да? Сало. Тускар у нас медовый или панда тройка? Панда саппорт, тускар медовый. Погнали, да, покажем им как надо. И стал уже. Говоря, против их пика не впадло играть на вивере. Мне кажется, я выкачусь на вивере. Станы, кресты, сало, вообще не кайф. Тут в чем прикол, если я правильно залечу туда, типа под магнетизмом, я всем сало раскину. Ну там да. Застрадают очень сильно. А мне экспу надо и лайнинг. Нормальный. Я думаю, сделаем. Должны. Должны, ребят, должны. Не, так-то я с кайфом поиграю на виверосике. Да, я, короче, хочу... да не идет пацаны, за вивер. Куда пойдет вивер? Слушай, я хочу Феникса себе как тройка взять, тучка мид поставить и этот. Два суперактивных саппорта вот Каолине вивер. И керри доберем сильного. А, вот так что ли? Феникс, короче, как тройка, похуй на этого сала будет. Все равно слот вынесет, который скидывает и будет сало в себя. Тут может... А... Сладко ты за сам. Но мне нравится темповая играть. Да, просто нахуй, типа, этот гейм. Ну, пассивно играть. Давайте активно повторимся. Колируйте активно. Бо я помню, вот вчера мы с тобой, Фредик, играли, там пятерка такие колы давал, что не пошло. Ну ладно. Что-то пошло не так. Там, походу, спектра должна быть. Ну, по идее. Я так, кстати, прямо сейчас возьму, если там спектра будет. Или там будет Найкс, в принципе, тоже. Хотя раскайтем, да? Ну да. На этот пик БХ не хочешь? БХ не хочу, БХ вообще не хочу видеть. Найкс. Ларка банили, да? Печалька. Чем Найкса брать? Блять, есть герой, конечно. Марта есть. Там такой Дуза, прокаст, кстати. Что Марта, мне кажется, в шоке будет. Да. А Дуска? Я могу сыграть на Марте. Гудбай, на спектре сыграешь? Нам спектра лучше зайдет, чтобы там догера закрыть, показать их, а мы нападем. Без разницы, в любом керри. Смотри, есть Джаггер, он... есть спектра. Не-не-не, только не Джаггер. Только не Джаггер. Окей. Я...
Ты просто Джахера без мома там Сиям Йолнеры погнал там манта все. Сейчас керри возьмем, да? Ну да. Потому что они могут подбанить, если прямо сейчас Вивера возьму. Ты хочешь спектру взять? Да. Возьми тогда. У нас трипла сильнее, просто постоишь типа в трипле, пофармишь. Все, все, все. Я, короче, хочу убрать либо Вайпера, либо Венома. Ну, они вряд ли пойдут пушить с Веником. Ну, им стык заходит против этого, и Вайпер, и Веном. Им нужен... Ну, я бы Вайпера убрал. Чтобы ауру какие-то собрал. Хотя Вайпер против нашего пика, мне кажется, кусок. Веном больше напряжет. Или могу просто Тиника убрать, чтобы в Вивере комфортнее было играть. Тоже, кстати, вариант. Что, убираем Тиника? Давай, я думаю, за луч справимся с этим Вайпером. Ты на тусик немножко потерпишь, если там будет Вайпер. Согласны тогда все? Yes. Да? Почему нет? Ну, смотри, у нас лайн сильный будет, типа... Тусик медовый, он свое все равно возьмет, пойдет гангать. Трипла посильнее, они к нам придут трипла, и кунка шейкер писала. Да пофигу, в принципе, на вайпер тут. Все окей, я на финиксе, да, а дальше разбирать. Ну, я ластпиком закрываю их, все понятно. Ну давай, чтоб так не нас закрыл. А, заебись, я все вайпер убрал. Так-то нам Тини тоже заходил неплохо. Да, они сами вайперы, я помню. Ну, если они сейчас еще одного керри доберут, то это будет салат. Калин, ты берешь урночку, я как там? Да я, наверное, возьму. Я хочу. Если хочешь, ты бери мне все равно. Ну, я... короче, ну давай посмотрим. В глимере, да. Если я запрыгиваю, чтобы быстренько раскидать все. 2-3 секунды надо, 2 секунды. Мне кажется, тебе тут больше на сейф надо играть. Этот Хазис. Типа не первым нападать, а... Ну там, сейф... Ну, ситуативно, нет, если да, вытянул с-под креста, сначала вытяжка, потом, если что, прыгай и магнетизм. Да, и да, поехал. Да, согласен, согласен. Я думаю, типа под тусика идет тусик, на тусика нападают, да? Ты там что-то делаешь? По тусикам. Мне кажется, тусик тут сам должен первый нападать на них. Ну да, я же говорю, ну тусик нападает, но потом же нападут на тусика, а тут апанда. И все, зикатка. Леорик. Леорик. Ну да, там сало медовое, давайте ебите его, короче. Тоже помогу. Нихуй делать. Так, чё я кору куплю? Ага. You seem a little parched. Name your poison. Давай тебе два дам. Давай, да. You seem a little parched. Так я точно веточку. Name your poison. You seem a little parched. Внизу будем стоять, да? Да. У них файт намного лучше, там очень много стана, прокомбинят, нет смысла драться. Не, значит почему? Мужики за нас. У нас же вивер есть. Ну да. Да-да-да, я иду. Тусик сейчас закроет кого-то, кто спустится, а там дальше сожрёте. Если что, Фредди, Раха, можешь с нами идти? У тебя да, ТП есть. Чего я с вами? Да, мне кажется, навряд ли придут. Мы их тут похороним. Ну если даже не придут, ты же успеешь вроде, нет? Да, успею, конечно. Так, спектра с ПМСом, иди. Не на очки. Где 7? Закроешь на икса? 7 секунд. Вот, сало спустился. Во. Давайте. Сало, сало сразу, сало. Желательно, если оставите, будет четко. Хорош. Их вот, тоже. Писсору не давай, я тоже. Все, отходим. А нормально. А. Хорош, обанаш. Что-то понюхал, кстати, свой. А ты Найкс там внизу был? Да, да, Найкс внизу был. А че, Лёрик, типа, на иди лайн этот, ковыряй.
Я на отводе постою. Ты отведешь, хорошо. Пойду крипочков по автоатаке. Ну, блин, такой беда, я ни одного крипа не смог от автогруза. Такое ТП. Бывает, брат. Have one on the house. I'll give it a shot. Have one on the house. I'll give it a shot. Ну, честно говоря, Хен, мне тут тяжко под тавером крипов убить. Да я тебе... Ой-ой-ой. Блять, я сдох. Нет. Ну, я одного крипа забрал. Эти вышли. Ну может я куда-то выйду? Не, мы... Усик, заберем в меди? Давай, давай. Но у меня маны нет на шарде. Ям дам. Там ТП-шку дали. Хорош. Они оба ушли. Я на руну пойду слышу. Вот из крапа фармят. Да. На топе. Have one on the house. You see the little part. Знаю, думаю, Тусику помог, да. Gladly. I'll put it on your tab. Oh, gladly. Have one on the house. Oh, gladly. I'll give it a shot. I'll put it on your tab. Have one on the house. Что там внизу, пацаны? Можем, как там, можете их убивать? Можем как-то Найкса напрячь. Ну да. Не я знаю. Иду убивать. Каким хреном? Да, стой, нападайте сами первыми, не? У меня хп нету. Че ты далеко стоишь, дядь? Не, я куру чувак убрал. Че, можем какого-нибудь шейкера принять? Со спектро, я не знаю. Спектра, она ж, блин, пассивная. Да ну типа, блин, я не знаю, типа раскидать сейчас. Я залечу, меня сразу сольют. Это 100%. Не, под вивером можем убить. Если даже разменяемся, это мне плюс, потому что я тут крипов... Рекуру, чья кура шла? Давай захилюсь, могу попробовать, но не Найкс. Вот Кунка, не знаю. Ну давай, подставился, убить лоха. Там шейкер у меня, блядь, оказывается. Ребята, вас там больше? Ну вот. У меня дагер пока когда. Нет. Я замедлил, не знаю. Толку. Не, будет шата спит. Но мне кажется, заберете его. Там ТП Кунка. На точке можешь напасть на него, я ТП называется. Ну. Че, есть первый? Могут, можете, да. Можете. Дай первый. Давай. Блин, дай первый. Эй, как так? Давай. Я аж трепся. Камень летит, дядь. У меня вот так вот первый скилл. Ладно, так даже лучше. А будем считать, что я экзобайтил. Ой-ой-ой. Блять, а крипом закрыт, прикинь. Так, ладно. Но я тэпнусь на топ, понюхаю. Я не буду тебя экспу воровать, отойду. Хотя, блин, у меня четвертый уже. Да ебать. Че там, Леор фулл фри, да? Да нихуя, он только начал убить. А шейкер меня убил. Я сапог возьму, не буду ТП-шку брать, парни. Хотя нет, сейчас накапает уже. Ну я на митер разменялся, я думаю, это неплохой размен. Сейчас то пойду к тебе, кстати. Блин, Лерик шестой уже, да? Поздновато. Поиграй этот на тусика. Чтоб сало там не хуево. Ну окей, я выйду. Да, вы можете пока поиграть. Ага, тут шейкер. И может заберем Феникс? Давай. Ты его соло можешь забрать. Я ТП даю. Заберешь? Почему не? А почему не заберешь, братка? Блин, вот так расплитовано, это просто жесть. Хорош. Чего ебать? Чего не заберешь-то? Не забрал же. Не, я лучше бы внизу стоял, не знаю, зачем я ушел.
Хорошо. Братка, ТП-шек нету. А там кунка сзади. Я живу. Давай, Игорь, ты должен забрать его, кстати. Да, ты сначала иди с вторым. Попал бы во вторую скилу. Согласен. А так, нашу? Нашу руночку. Хотя маны нет, ладно, стой, я домой. Да ты, блядь, я уже в тильте хуёво кнопки жму. Да почему в тильте? У нас очень все охуенно. У нас охуенно все, что-то. У меня все хуёво. Все хорошо. Ты говоришь, что у тебя плохо, серьезно? Внизу активная руна была, кто-то там забрали уже. Уже забрали 100%. Да, нормально. Вон заход, дядь. Ну это иллюзия, походу, да? Смотри аккуратно. Нет, да, там да. И шейкер же был, как может быть иллюзия? Ну у меня красная карта стоит, там кункала. У меня хаунт есть, МП нету. На зал ТП на мид. Бля, прикинь, за третий слон не могу он покатиться. Кунка стоит. Пиздец. Ну я туда конца, ладно. Бля. Нажимаю шарды и не могу так покатиться. Да стык три. Ой, бля. Ай, почти. Ладно. Да всё забираем, лохов. Ой, хорош. Сорян, но я чуть раньше мог камень, наверное, поставить, как смог. Да ладно. Кстати, на топе можешь full level up. Да, я левел пойду. Блин, ребята, куру дадите? Да, бери куру, я хотел себе взять, но не буду. Да ладно, я тоже к тебе на топ приду. Сейчас ТП. Найкса не хотим напрячь. Ну ты там уже сам. Как его напряг? Вот так? Да блин, кура так много вещей. Но ощущение, что за Найксом кто-то есть, да? Ну определенно. Идем на тусике, нашел смог, вот сюда вот выйдем. На Найксе хуй забей, сейчас сам у куры те вещи возьмите, пожалуйста. Мне бы надо. Вот смотрите. Я мангу себе взял от куры, но он не принял. Давай. Вот этого не можем? Я куру тут себе варды, тяну. Походу. Да, если что, ребят. Тут вижен. Ес, хастой. Аккуратненько. Чё он тут наглеет? На низ ТП нажми, на тучке убей Найкса. ТП нажми, видишь, там напрягает. Куру репарни. Ча, соби, маска там. Пейдж маск, сейдж маск. Не, шейкер бы сейчас бил бы. А он моя там бы. Пусть лежит. Хорошо. Я молил ее. Вот забайтил сало. Я... Идешь? Ну я без ничего, если. Отходим. Сюда... Я иду, да я так могу пофоткать. На мид выйду, пацанам помогу. Там Найкс сзади. Помогите, блядь. Собьют, брат. Добей меня. Там добить можно было, блядь. Там рейдж КД, кстати. Хорошо, этого дурачка тоже, он без армета еще. Кунка идет, парни. Четвертый левел, торрент пошел. Я постараюсь танчить. У меня нет магнетизма. Не, остальное... Уйдите. Ой, брат, подтянул. КД. Ладно. Заебись. Блин. Все ушли, да? От гангов что-то я ничего не получаю. Ну да, тебе пофармить надо, братка. Так, мне нужен монопул. Что-то я фул там варды что-то ставлю. Может мне лучше что-то это полезнее делать? Ну да, тебе я варду. Я сейчас куплю. Вивер. Конечно, вивер у нас зачем тебе эти делать. Дайте один ТП. Кому не жалко, пожалуйста. На тусике твоя цель, короче, первым убивать сало. Понял? А чё, Аза, ты без войса, что ли? Сало в миду с Лотаром, с инвизом вернее. Да не пугай меня Лотаром. Ну, инвизом. Хорошо. Их не видно, ребята. Они, походу, скорее всего, у меня.
Ну, если факт, что, ТП-шка да. Есть, но левел. Стоп могут отразить. Ну там Найкс наглеет стоит, видишь? Мне кажется, да, вот об этом я. А, да, на топе. Лёрик без реса, но с армлетом. А там еще. О. А, ну я все равно сдохну. Эх, обидно. На миде тавер можно открыть, там они на топе все. Сейчас я к спектре приду и плюс один, можем там Найкс. Не, блин, ну тот день. А уходим к Сен, наверное, да? Ну, типа, если... Ну, втроем они, не знаю. У меня магнетизм есть, можно реализовать, но... У Лёрика, например, реса нету. Если Феникс рестница поддержит эту контору, я думаю, мы развалим Леора 100%. Там кораблей нет, там ничего нету. Там есть глобал. Кстати, Найкс на мид ТП нажал. Найкс ТП дает. Давайте убьем его. Я на мид ТП нажал. Давай. У него нет ТП-шек. Ой, на топе двое. Найс. На тусике бейся. Го. Ну ладно, будем считать, что я развел. Ульта у тебя будет, ульта будет. Блять. Это было, сори. Будет плюс? Кен, нет, это пошло. Нет. Ладно, он не догонит тебя. Не, получится на халяву. Лёрик без ульты, кстати. Да-да, там армлет, я умру. Да не умрёшь. Стан торрент. Вот внизу можно идти сейчас. Хен, если придешь, а, он ушел. Ладно, у меня КД пока. Ладно. А он идет обратно сюда. Так, я если что на ноге. Че, внизу суета будет. На топе Найкс. Армлеты там. Они низ топосили. Я могу, если надо, прилететь. Да важно? Ай, хорошо. Найкс. Да, там глобал нету, давайте наша с дракой. Чего боитесь? Ладно. Только нам этот нужен. Давайте я в топе. Я иду, я здесь. Есть еще. Зайдем? У меня арнет идет. На, гоу, я обхожу, я обхожу. Вивер, каждый драка должен быть. Ну, найс еще. Блядь. Я сдох. Ну, я так показываю. Найкс такой сразу. Я магнетизм дал, но... Ай, достает, прикинь. Ну, блять, пацаны, не надо фармить, я же вам объясняю. Нам надо, блять, вместе ходить и убивать их. Не, ну я, пока я был на топе, был и Найкс на топе, понимаешь? Хорош. Ну куда ты сейчас на вивере ушел-то, братуха? А что я должен сделать на вивере? Стану да ты на... умри, я... Ну, блядь, мне просто умереть? Ну я ж не дам ему стан, ничего не дам, жуков. В смысле, ну иди, побей в струке, я хуй его знает, умри лучше, чтобы корт вышел. Ну так он не уйдет, умру и я просто, и все. Что, не так? Ну ты пробуй сначала. Все, все, пацаны, нормально. Давайте вместе что-то попробуем сделать. Не, ну был бы у меня стан, я понимаю, но я не видел, как я его спасаю, вы видели? Ладно, можешь с пандой ходить? Я пошел левел лапать. А здесь-то мне нужно. Все, тусик, тусик, панда и этот. Ты вместе втроем ходите. Вам будет спектра помогать. Ну, за... Панда, Четкунка, девардит. Лобалка. Пультанешь? Ты там первого жуки не лезь, жуки спали. Ты нет. Ай, бро, ты куда? Если что, я тебя застолкую на этом, на хг. Че, вы дальше хотите?
Надо тавр как-то забирать. Есть даггер. Секир даггером, да. Хорош. Орс там нормально. Там этот инфест будет с этим шекером. Там у Эса и Форс. И это что ли? У Эса даггер, у кого-то еще Форс второго сапа. У Сайленсера, скорее всего, да. Так, ну Лёрика Реса нету пока что. У него какой левел? 11. Давайте я на мид подхожу тоже. Попробуйте, может, что-то. Но я маны немного. Сейчас я обойду тут центрик. Подожди, тусик этот обойдет, начнет сам. Не торопитесь. Ну я в кунку. Да, да, в кунку можно. Там глобалом. А, глобал КД. Глобал КД должен быть. Гол? Что-то далековато, не? Подожди секунду. Ну далековато, да. Далековато. А, походу, подожди, центрик, подожди, подожди, подожди. Да, ебать, они тебя видели, походу. Да, 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 да. Глядь, блядь. Но тут центрик их стоял. И тут центрик. Вот кунка. Чё, кунку? Блин. Да, ты по центрикам, брат. Камень дал. Сало Найкса дал. Не попал кнопкой. Найкс, будет что-то? Ну вот руки бью. У меня Найкс просто сожрал и все. Если Найкса задушите, будет хорошо, хоть размен меня. Хорош, хотя бы так. Если кнопки есть так вроде. 4 в 2. А как ты на спектре, как ты умер-то, бля? А ты убил его? Размен? Ребят, размен 4 в 2, заебись. Ну, хз у нас. У Лёрика даггер. Керри умирает, не совсем хорошо. Смотрите, я хочу выйти в огонь. Нормально? Все хотят огонь. И диффуза нужно сначала, чтобы скидывать. Ебать, на диффуза буду фармить очень долго. В смысле, примерно так же огонь будешь фармить. Ну, и диффуза, кейм. У меня хп очень мало. Бейнбустер. Ну, как хочешь, короче. Диффуз, конечно, хорош, тут базара, но... Стой, я варды как бы покупаю, если бы покупал варды, был бы диффуз. Мне кажется, Рошану зашли они. Да, да, мне тоже кажется, что Рошану зашли. Я но через базу куда приду. Там... Да, они Рошану бьют. Сейчас шарды скинет, все туда подтягивайтесь. Шарды туда закинь, шальные какие-то. Я ТП нажал к вам. Я уже поздно. Да, все поздно, уходите. Ну, сейчас кто-то останется же там по-любому, не? Да не. Вот, кунка идет. А, ладно. Да уходим, уходим, спектр. Все уходит. Да, вроде да. Хорош. Не, ну о, они прям дохуя охуели. Ну я живу. Ну, я отбегаю. Корабль да, минусом. Корабля нету, корабля нету. Давайте драться. Ульту Рёрика нету, корабля нету. Даггер КД, даггер КД. На глобу нажали. Бегло. У Сайлентера есть. О, убиваем. Yes. Ой-ой-ой. Ну вроде нас хилят. Я магнетизм дал, но не уверен, что что-то надо мажет. Сало, Найкс. Хорош, хорош, ребят. Ваши пацаны. Красава. Все, топ, огонимчик. Пола для топа заебал. Если сам не выиграешь, хуй выиграешь. Да, хуй пойми, я как бы и тут ставлю, чтобы меня били. Сейчас будет аганим, никто не умрет, ребят. Ну, конечно, да, надо еще лотус, либо диффузик, но это другая история. Э, диффуз, диффуз, братуха, делай диффуз. Да, окей, я буду сделать. Нормально так с Егисом. Дрались. Ну да, Егис там, блядь, Леорик два раза сдох, Сайленсер два раза сдох. Добивай быстрее крипов. Что? И уйди снизу.
Я думаю, они на меня шли. Нет, они на него могут в смоке пойти. Там сейчас кнопки КД, может, рискнем? Как думаете? Ну, как КД? Глобал это... Ну, глобал. Лёрик Рес. Тоже КД должен быть. Я без ульта, но могу с вами пойти. Давайте смоганец туда. Попробуем что-нибудь. Давайте, давайте, я с вами. Ну, я иду домой, я тапнусь до вас. По-братски уйдите, мне кажется, можно. Вон на топе. Ну, на топе все будут. Да, все на топе. Че, летаем? Радик свой. Вард стоит, да? Тут вард стоит, а не сразу в расход. Да, да, просто этот, задефим тавер. Нормально все. Я, если что, подтяну тебя. Так мне до вас тэпаться? Не, на ноге иди, мид, догоним свой дофарми. ТП держись. Я сентри ткну сюда сейчас. Давай я сломаю. А, не у тебя еще. Сейчас и летит, вот уже кура подлетает. Ну да, отойди, отойди сразу. Да-да-да, я тебя вытяну, если что. Спектра, ты хочешь мид забрать? Спектра, лиса, фарми. Вообще на лайн не уходи пока что. Ну да, я тоже не пойму. Мы ж вместе сидим, говори, куда ты хочешь. Я пойду на другой лайн. Окей, да фарми этот радик свой. Иллюзии, иллюзии. Можно иллюзию свою забрать, там крест, какие-то кнопки. У них уже кнопки есть. 100%. Лёрик бежит, дядь. Выхукал. Вытянешь, хороший. Толкнул. Заебись. Хорошая драка, пацаны. Глоба минусом. Корабль. Корабль все минусом. Все минус, все, все. Деремся. Ну, если Вивер еще выживет, будет хорошо. Че, можем зажмем? Я тут. Они отзонены. Лёрика. Так хорони, хорони. Все. Красава. Можем? Топ, давай. Да, погнали, топ-тэшка, кнопок нет. Да, что там Радик? Радик есть. Вон-вон, Найкс. А чё, потерялся, ебать? Сало дал. Все, до свидания. Хорош. Аркантики будут? Мужики? Будут, будут. 20 секунд, брат. Ладно, я этот медасик кину, приду к вам. О, Радик есть, нифига себе это. Банг, ну, парни, Радика, вот так вот даю. Дальше можем, вот сюда завардите, и Т2 пойдем, у них кнопка, да. Вардов нету. Ребятки. На базе там. Ну только если с базы, но я вот так сделаю. Да подождем-то, 20 секунд, не буду драться. Так, куру я соло себе сделаю, закройте куру у меня, плюс. Там шейкер может. Шейкер, да, аккуратно, я, если что, подтяну. Да панда поможет, не бойся. Ну он одному поможет, остальные идет. Ну я стан подкину, вытяну, стан подкину. Так, я несу себе аганим, ребят. Да, они не будут драться без этого, без Найкса. Там Алакрити в моей куре, слышишь, топа? Если что. У меня в курьере Алакрити. Вот это ты. Ничего, ничего страшного, нормально. Нормально, я рядом с собой куру подержу. Ой-ой-ой, мне ГГ. Все, похороните. Похороните. Ой, не слить аганимный твой. Все, уходите. Все, я пошел повардить, Найс. Точно мой Блейд оф Алак. Ну не знаю, чей это. Если что, дома выложу. Не, это спектру. А, ну ладно. Все, а хорошо. У меня слишком жирно. 20 секунд резность. Если что. Так, если что, не знаю, хотя глобал есть, особо подставляться не можете, но так. По подсейвлю. Я крипчиков заберу. Смотрите, ой-ой-ой. Пену ГГ. Ладно, я умер, я умер. О, гоним! Вивер мог. Вернуть меня. Вивер мог. Я нажимал лапки. Есть. Вот он там что-то в две тычки. Да мне бы надо было пережить как бы третий скилл этого, Сала. Кто же снимает? Первый скилл, хороший. Эй, глобалка, брат. Ай, бля, ну ты хуёво. Эфа дали еще. И жесть. Ну я не ждал, что ты умрешь за секунду, но там видно было, я кастовал уже в ульту. Ладно, ладно, хуйня.
Блин, кнопок нету, такие сладкие хп там. Типа под магнетизм так невзначай. Опа, оставишь? О! Хороший, сало пробил. Ой, хорошо. Ой-ой-ой. Лучшее, блядь. Сали. Уйди, уйди, уйди назад, не иди туда, там трое. Ай-яй-яй, ну что за игра? Почему я так плохо все делаю? Бля, ну я в этом хуйне. У Сталинстера Лаутер. Он средством, наверное. Брат, нету камня. Сука! Ладно. Не было камня, брат. Я иду, я иду, я иду. Ты можешь держать? Хорошо. А он может убить, как бы, не держать. Хорош, хоть так, но, блин, так плохо все. Что-то я плохо нажимаю. Все камни раскидал просто. Так, я сейчас БКБ куплю. Завардим Рошу и будем драться за него, сразу ресница. Да это уёбок опять от меня инты спиздил. Мне бы глиммер хотя бы, я вообще что-то ничего не имею. Нет, тебе фортик, наверное, глиммер у меня есть. Согласен. Найкс тут. О, Найкс, пацаны. Да не, Найкс, ну его нафиг. Вдвоем. Шейкер, мужики, отойдите. Отходим. У меня хп нет, я пойду. У меня все вообще КД, камни надо откатить, все надо откатить. Вдвоем вообще не пытаетесь, только с тусиком. Думаю, не идем туда, тусик нас похоронит. Уже все. Или... А, да зачем, ребят? Уйдите. А, нормально. Че вы? Иначе? Нет. Я тоже к вам иду. Да. Так, ну, ты... я далеко, я на базу пошел. У меня нету хп. Да, отойдем. Этот, на спектре, даст ты на 7 месяца ПМСки, пожалуйста. Ты со соло можешь этого сайлентера гонять. Может, Рошу пока минус? Функа. Да нет, 20 сек. Блин, надо еще. У нас урны нету, да? Есть тоже? Есть, у спектры же. Спектры урны, все, хорошо. Ману, давайте тебя... ближе к спектре. Да. Глоба. Спектру смыли. Есть у тебя байбек? Давай, байбекайся. Хули, тут драться надо. Я далеко откатил спорно. Но я простаню. Ко мне нету. Найкс под ногами. КД кнопка, брат. А конец. Хорош. Красава. Вышку и Рошу. Рошана, сразу Рошана. Какая вышка, блядь, мужики? А вышка там лоу хэповая. Я... Ребят, глиммер купил, буду подсейвливать вас. Так. Конечно, у меня был глиммер. Да еще один, мало ли там, хуже не будет. Да, спектре. А, не, хотя тут скару можно. А что, спектра без бая, может спектре? Ну, давай. Пусть спектре. Я-то что, я могу покрутиться, повертеться. Я там один сентрячок, можешь. Я так, 300 будет БКБ. БКБ под фарм сейчас. Видишь, у них только под кнопки могут что-то. А без кнопок. Ну да, глобы нету, если они сосут норм. Регенка на тусике заберешь? Там сейчас кнопок, по идее, нету, и рес уже есть у Лирик. Мне рецепт остался до диффуза. Ой, я возьму регенку. Ай, зачем? Кому-то надо. Ай, блядь, сорян. Да ладно. Иди домой. Я чё-то провтыкал, косяк. Чё, мы нагло сейчас играть будем или нет? Варды на агрессию? Да, варды на агрессию. И главное, это достымить. Достов нету, сразу говорю. Я за БКБ искать. Два сентрика возьми. Купил. Они могут смакануться. Так, ну если просто что... я куру не наблюдаю. Кнопки есть. Что там у тебя по диффузу? Не забывай вернуть, рецепт. Пожалуйста, братуха. Ну я сейчас спектру вернул, не? Не-не, вообще я говорю.
Да, ты вернулся. Да я держу это в голове, просто сам понимаешь, там станчики, блять, сало. Плюс кастаем, так-то я стараюсь. Так, ну у меня камни есть, если что, можем работать. Можем закидывать. Но они в смоках. Никто ничего не дефает, никто ничего нету. Давай спектра, выйдет, пускай на лайн. Вот сюда вот зайди на спектре. Пойдем рядом. Иди. Я не знаю, может мне как-то диффузно фармить, это важно. Не надо ничего фармить, идем за нами просто. Ну окей. Пойдем. Я иди рядом. Вот сюда, брат, вот сюда. Иди туда, покажи нам на спектре, пожалуйста, вот сюда иди. Вон там кто-то засветился. Иди. По-моему, даже в этом, в смоках. Там Сентрик стоит, мог пропалить. Одно мы соегой, может, пушим. Пойдем Т2 попробуем. Если что, вот тут вардик хотя бы ткнул, чтобы видно было хоть что-то. Я глубоко не пойду. Бля, надо кто-то, чтобы топ. О, жесть. Я байбек нажал, иду кол. Это где? Не, куда? Это все. Уйди. Все просто в минус лютый. Блин, я егу отдадим. Идемте драться там, в смысле? Нет, спектра уже... Куда идемте? Все, не надо драться. Пусть, уйдите. Он сдохнет, какой уйди на тучке. Идем, говорю, не слушай их, блядь. Хорош. Куда уйдите, блядь? Там слоты столько. Холить эту хуйню. Ладно, я не прав, признаю. Блять, шарик. Ну да, там рейндж. Чуть-чуть. Не, ну вот это шарик, конечно. Да ладно. Я не знаю, как они так промывались, что вот здесь нас было видно. Кто-то в инвизе шел. Там же лотер у сайлинтера. Ну надо гем брать тогда, наверное. Все за ней засентрим. Да, тысяча пускай начинает. А спектре манту надо срочно. Да, у него же нет. Я не знаю, ребят, так кура летает, пока да не могу диффуза собрать. Вообще не бойтесь, если там кто-то умирает, этих кнопок, да, там дальше надо убивать кого-то других. Да. Мне кажется, вот здесь надо поставить хотя бы что-то. Ща я ману восстановлю. У меня есть два центра. Оставь его, спокойно. Давайте как-то пойдем грамотно, да и все. Я вообще первый идти не буду. Смысла нету. Я куда-то сейчас здесь тоже вместе с вами вперед иду, дохну. Немного другая задача. Аура действует, они на миду, видите, Лерик? Да, Лерик. Либо отошли, либо хз. Вот сюда этот третий скилл отправить на тусики. Они в смоке могут быть, мы тоже можем ответ на смоке нажать. Я сентрю тыкну сюда, не сдохну. Отсейвишь меня, панда? Ну попробую. Глобалка. Глобал дали, год драться. Глобал дали, год драться, говорю. Год драться. Там есть еще прыгнуть, не? Не туда. Может меня дождаться, глобала не будет, хотя... Я засайленсил Найкса еще. Ну я немножко дал кнопок, но не успешно. Манта. Глиммер тебе дал, короче. Отзонил их. Бля, тусик. Давайте сейчас резко деремся без глобала, мы сильнее. Может гем кто-то купит и пойдем вместе. Там уже сал с БКБХ. Там был БКБ, у него он нажал. Два раза. Два хайта не будет. Да ладно, не скушают, кстати.
спектра я подсейвлю, если что, танкуй. Они уходят. Да, если что, иди. Ты с диффузами с меня тоже можешь снять, брат. Я знаю, но там глобал плюс ульт шейкера, ну и не ульт, и просто стан. Да, не за то, что ты умер, вообще не миссия. Давайте это, задевардим вот эту хуйню. Здесь. И вот давайте здесь смаконемся и поймаем кого-нибудь. Уже закончилось. Но я там тыкнул с Эндрю, они сломали инста. Ладно, я сейчас сам сломаю. Вот Ксен притащил. Нападем? Но если мы первые нападем, мы сильнее. Пожал смог. Вот. Вот сюда надо подняться. Правда, там центрик. Вот сюда идемте, вот так вот так идемте. Вот, на эту пачку кто-то придет. Леген, не трогайте, там варды. Мужики, вот сюда. Иду. Оп. Вернул? Хорошо. Вернул, вернул. Яйцо поставил, которое не разобрал. Я всех застанил, ребят. Тайнетизма. Сначала Найкса, потом Нёрика. Блять. Ой-ой-ой. Брат, чего ты не возвращаешь меня, блять? Я же блять, КД, блин, я... Вон, убить его. Только от КД шилось. Сайрен сразу сначала, наверное. У меня камней нет, я брат. Вернул тусик. Гем, хорош, гем. И этот гем твой, он без ТПшки. Как не попал. Хорош. Бред. Я догоню тоже. Догнали, догнали. Вообще заебись. Бери скади, заканчивай. Брат, там было КД. Ладно, я ж не придираюсь. Ну он там Тускара вернул вообще в лоу ХП. Да. Не надо ничего байтить, да. Там... А, на байбек имеешь в виду? Ну да, можете, кстати. Там 4. Там скорее всего, байбека-то и нету. На панде просто, может, дистанцию поддержишь. Там маны нет. Да побью лучше. Уйдите, надо. Да не, какую уйдите? Вот тавр сломайте. А их уже... Рез. Сэпит, уйди, уйди на спектре уже, уйди, уйди на спектре. А, да, да. Хорош. А там на Элизу скиллы дают, нормально. Здесь ем есть, заебись. Кстати, давайте сюда, вот Эксин взял апсет, давайте на Роху заварди. Я иду, у меня один камень только, ребят. Порисуются. Этот... топа, вот глобали, пожалуйста, с себя и с меня сними. Я юла не хочу тратить на глобу. Ну окей, постараюсь, если мы не будем... Я в наглую вот сюда поставлю, пока они могут, да, смакануться, да, и бежать туда уже. Тусик, иди, еблом торгуй. Да, сейчас. Тусик, ты тут? Ага. Тусик, ты тут? Да-да-да, сейчас. А. Все, отжимаю тогда? Да, го. Да. Go. А нам спектра с гемом нужна, или Тексин поставишь из центра? Ну, я с центра ткну сейчас, но я могу отъехать тут. Будете без меня драться. Все, отжимаем. Не, туда идти не надо, тебе это все. Я хотел на центр поставить, но он в центре также стоит. Да, они в роше уже были. Во, надо вот это. Челагра идет варды ломать. У меня два камня только. Я кидаю жуков. Да зачем? Они же вышли. Внизу большая пачка крипи. Они могут вот так, а этот, обходить в смоке, пацаны. И вон стоят. А вон, вон, вон. Стоят? Окей, окей. Вот этот вард задефит надо, ну, по-любому. Блять, нельзя нам вместе стоять. Ребята, может я забачу на иллюзию? Давай, давай, давай. Попробуй. У тебя с геймом иллюзия, отправь в центр бить. Иллюзия, отправь в центр бить. Они могут сейчас к нам в спину вот так напасть. Ну, скорее всего, да. Но вот тусик стоит хорошо. А, бля, я в твою иллюзию смог нажал.
Но вард сломал. Вот сюда, иллюзия, вторую. Закончился. Они где-то стоят в смоке. У них топ, а нет, у нас... Подожди, вон, вон, почему у нас... Да, го-го-го. Лоба. Найкс бегает. Опять кого бьют? Кого бьют, кого спасать? Сюда, сюда, ближе к яйцу. Ближе к яйцу, пацаны. А я кнопки раздал, нормально. Сало. Ебать. Сайленсер. Хорош, мужик. Хейтят топу. Выйти нахуй, сыграем. Гору Шана сами. Куда вы пошли? Да. Блин, они в меня там вгрызлись, как же я застанил двоих, нормально. Зашло тоже. Там заебись, что этот на точке отпрыгнул загер. Да, да, да. Хорош. Я пока пойду проваржусь. А как я дифу замес? Конечно, конечно, снимал. Тебе. Но ты мне не снял. Ты мне, кстати, не снял. Фениксу я нажимал, алё. Брат, ты не снял с меня? Ладно, ладно. И ты только что разбил сыр или мне показалось? Да, он сыр разбил. Может, тебе не было там сыра? Да там второй Рошан, какой сыр, мужики? Там сыра не было. Не-не, было. Да ладно, это же второй Рошан, не? Или третий? Будь мужчиной, носочки. Ну дальше, идем на вивере к нам, куда ты пошел? Блять, хочется крип скипнуть. Там просто, ну, Т2 не было. Идем вот здесь, варды прочекаем. На спектре идем. Там глоба и КД, наверное, да, еще? Как думаете? По-моему, идем да. Сюда на спектре, пожалуйста. А мы сможем в наглую зайти или че? Ну там КД вроде может. Пока что. Или пусть они выйдут. Они не выйдут. Ну пусть сидят тогда. Тратом мантой пусть качается. Я не знаю, солар доберу, наверное, да? Ну да, как вариант. Конечно, бы хотелось бы что-то типа линки лотуса, но дорого. И Катя, зачем тут вообще не нужна? Нет, тут таргета нету, тут глобалка накрывает. Ну, глобалка диффуза, там ребят, любой ребят, та... Бегу, бегу. Эх, не попал. Так, да, если вот что, сейвлю. Да-да-да, есть такое. Глобалка. Снимись с меня тоже. Хорош. Нету кнопок. Ну, бля. Магнетизм даю. Хорош. Все, давайте ломаем трон просто. Думаешь? Давай сторону. Или... У нас сторону, мало давай урона сначала. Просто. Давай спектра не бьет строение. Сало, бай-бай. Ну, я бью с этим. Ну, дезоль, да, но все равно. Это один. Засайленсил. Можем убить. Ай, не попал. Сало, сало, бей сало. Давай, давай, давай. Нет, далеко, 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 далеко. Пуш. У нас грифс, грифс есть, заберем. Я могу грифс добрать. Добирай. На 43-й. Пойдемте, я вышку сломал. Нормальный тайминг. Да, почему нет? Опа, засайленсил. Засайленсил. Нету кнопок на Тускара. Ломайте тащи. Вернешь? Вернешь? Если что. Верну, верну, верну. Да, верни уже. Сразу видны, не? Сразу видны. Сейчас вернёт, смотри. Отходим, отходим, парни. Отходим, да-да-да. Отходим, отходим. А чё, можем? Ну, у меня, я полностью просел, маны нет. Ох, ебать, там сентри. Я не верну. Маны нет, ребят. Всё, это какая, пацаны? Я хекс, наверное, докуплю сейчас. Низ Т2, сразу. Во-во, какой отойдём, мы сюда.
Ну так посмотри на меня. У меня тоже немного. Ну ладно, давайте. Спектра пускай доберет, панда поможет, а остальные на бай. На боковую. Кекс есть. Шива есть. Хорошо. Блин, очень вот хорошо деремся сейчас. Клевы. Да. Там Тускар очень много делает. Прям вообще жесть. Угу. Че, пацаны, может... 30 секунд пока. А, вы еще до базы не дошли, ладно. Ну, у меня 500 маны, в принципе. Иди через Б, короче, я тоже пройду. О, слышишь, что сделаем? Вивер на базе, да? Я ТП-хнусь? А, все равно ж ману снимет, ё-моё. Ну да, ману снимет. Она все равно снимет. Можем наглые, так же. Не, ГМТП нужно, ты же на спектру прыгать. Я, ой, короче, так же байчу, прыгаю, у меня есть БКБ. Жмёт устало, я как-то живу, потом Виверу возвращает. Ну и продолжаем. Идут, нормально. Идут пацаны, в смоке идут, мне кажется. Сзади него в смоке идут. Я далеко, ребят. Давайте дождемся. У них стороны пушатся. Да-да, чуть-чуть подождите. Тут сайлент все равно можно будет светить, осторожно. Можно будет. Лёрик в спине, там вампиризм был. Могу напасть, надо? Или не надо? Я в сторонке постою. Не-не-не. Хотя мне кажется, один был. Все, да, ушли. Я сейчас вот здесь вард поставлю. Кунка там завардил тоже по-любому. Вот тут есть вард, посмотри. Идем на спектре. А, нет. Вот здесь надо протекать еще. Да, давай. Тут 100% будет. Кунка только что отсюда выходил. Я еще вот сюда ткну. Сентрик стоит. Оп, стоит тоже. Сейчас могут подловить на этот вард. Отойду. Ну на топе двое, на топе двое пока, да, нормально. Топе двое. Так, я если что на подсосе. Спеку, если что, подсейвлю. Вытянул, брат. Хорош. А там корабль проебали, гуд драться. Да, теперь можем подраться. А ну я не подхожу, но и среди спектра я нажимаю. В центре тоже тыкнут. Давай Солар дам для уверенности. В Леора стань закинул. Да не трать так ману. А, он не ману, он ульту проебал. А, так вам пиздец. Да не, мы 30... Сейчас могут напасть, а второй. Я поймал тут двоих. Но меня, походу, сожрут, да? Вернул бы. Ну, мегакрипов сделали. Ладно, я не гасту ничего в станах там был, ничего не прожал. Ну, ГГ, ребят, все равно, молодцы. Это жестко. Ко мне, на спектре. Хорош, ребят. Нихуя ты там далеко. Какой хорош. Далеко, да? Ты далеко и говоришь ко мне. Нормально, крипов-то слили, мега сделали. Бля, ну мы так коряво кнопки нажали. Если бы меня Вивер вернул, я бы пожил долго. Я бы там грязи столько сделал бы. Но я бежал и нажимал ульту, чтобы там на стриме посмотреть. Да ладно уже. У меня гаста было, все было. Еще не выиграли. Давайте выиграем уже. Ну да. Блядь, если мы не выиграем, я отрежу себе руку. Там этот хекс у сала, я этого не ждал. У меня тоже хекс есть, я сала поймал, там дал хексом, но там Леорик подхватил прям. Неприятненько было. Этот рейдж, кстати, проебал. Смотрите, никто не дефит, могут выйти. А там некому дефить, я проверник. Смока возьмусь. Всем кто-то купит. Давайте ем сейчас с ним будет. Хотите, я куплю, буду бесплатно. Лерик. Ой, соло. Повернуть тебя? Вот так себе, да. Эй, это что за мега крип? Кстати... стоит? Давай, еще раз застанем. Вау! Ну, диффузат, потом. О, нормально. Поехало. Это что дота? Диффузат тратить, ну ладно. Это на шорт. Это на шортик пойдет. Гем забираю и смакану юзаю. Если на шортик надо, чтобы вот это... Вот это тоже надо.
Первую игру выиграли из 20, найс, ну на шортику. Круто. Ну хоть какое-то зрелище. Там байбек на зале, немножко может подождем своих керри, мужики. Там мы и без них разъебем. Я соло сделаю сейчас. Давай, давай. Вы можете файтить за ПК. А, там этот лотар проебал. Смотри, я, смотри. Короче, вгрызаю... О, вон, сайлентер, сайлентер. Хорошо. ГГ, ребят. Молодцы. Как же я играю в эту игру, блядь. Всем спасибо. Отлично сыграли. Да, спасибо. Спасибо за игры. Давайте, ребят, удачи. Там нормально у всех по 30 ассистов. Хорошо. Жестко. Уф. Я не знаю, вот это уже куда ни шло. Вот хотя бы вот такую игру с огромным количеством ошибок, когда просто очень много грязи делает Тускары Спектра, хотя бы вот такую катку, ну вот, ну нужно показать, ну просто нужно, за все те лузы, которые были, да, вот, чего-то вот на сапе вечно не хватает, вот таких коров не хватает, ребят. Ну и на этом все, это тоже стриминговая, как говорится, истелочка подходит к концу. Спасибо всем, кто посмотрел эти игры, не забывайте прошлые игры посмотреть, конечно же. Ну и, в принципе, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал. С вами был Ксеназис, и до скорого.